всем подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу павильон 2,5 на 6 на брусе 100 на 100. Пока приехали, расположились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, выровняли, закрепили к брусу, нанизали поликарбонат на стены. Сейчас будем их проклеивать, параллельно будем ставить переливы и начнем делать крышу. В крыше будут 2 коньковые фрамуги. У нас закончился монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 2,5 на 6. Пойдем поглядим цельные двери. С торцов у нас установлены. Перегородка имеется глухая. Пополам делят теплицу 3 на 3. В каждой секции фрамуга коньковая на термоприводах. Сегодня тепло, уже работают. Резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. С другой стороны все то же самое. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 20, основная арка подпирающая 20-20 и стойка 40 на 40. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Вот такая шикарная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.